Два года назад любителям спорта сообщили, что за их тренировки можно получить налоговый вычет. С первых слов звучит все довольно-таки неплохо. Однако многие столкнулись с одной, но очень явной проблемой – оформление вычета. Это сбор необходимых документов, заполнение заявлений на госуслугах. Как итог, уходило много времени, финансов и пару нервных клеток. Теперь же все будет проще. Мы просто-напросто в том учреждении, где получаем соответствующую услугу, можем сделать заявление, и уже сама спортивно-оздоровительная организация, где мы занимались, она подает по утвержденной форме в электронном виде соответствующее заявление в налоговый орган о предоставлении вычета. И налоговый орган уже нам в личный кабинет налогоплательщика, что важно, да, здесь именно в личный кабинет налогоплательщика выгружает предварительное заполненное уже заявление за нас, и нам нужно только его утвердить. Такая схема о получении налогового вычета будет действовать с 2025 года. Тем самым получить выплату будет намного проще. Возможно, одна проблема решена. Осталось выяснить, почему наши спортивные организации не рвутся попасть в список тех, чьи клиенты могут воспользоваться таким бонусом. Таких в краевой столице всего 28. Но несмотря на это, спорт все равно набирает обороты. За последние 4 года в городе Барнауле было 29 видов спорта, сейчас развивается в учреждениях муниципальных 33 вида спорта. Последние виды спорта, которые мы ввели, это вольная борьба, лыжные гонки, самбо. Отметим, что с этого года список спортивных организаций, чьи клиенты могут оформить налоговый вычет за спорт, вошло чуть больше 4000 организаций по всей России. Сейчас будет прорабатываться вопрос, чтобы алтайские центры спорта также были в этом списке. Решив эти две проблемы, налоговый вычет за спорт будет актуален и в нашем регионе. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.